Всем привет, с вами Витспайс. И сегодня мы играем в игру кальмара в Роблоксе. Итак, у нас 30 секунд до старта. И первое испытание будет дальше едешь, тише будешь. Ой, точнее наоборот, тише едешь, дальше будешь. Итак. Сейчас. Все. Так, мы начинаем. У нас осталось 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и мы начинаем. Так, все, мы переносимся на карту. И теперь мы в игре. Вот наши комнаты. Я уже проходил эту игру и доходил до, как сказать, ну, 4-3 испытания. Потом расскажу, почему. Так, решаем, кем мы будем. И мы будем игроком. Так, ну, это я проходил, это легко. Мы можем пройти через те кусты. Так, зеленый свет. Красный. Так, зеленый. Красный. Так, вон идут эти. Красный. Так, пока вроде бы почти все живы. Сколько? Ну, немного человек погибло. Ну, в принципе, мы почти дошли. В принципе, пока еще никто не умер. Но, в принципе, умирают в этом раунде мало. Так, ну мы бы могли. Ну все, да мы выиграли. Все. Мы прошли. И давайте заберемся на вершину этого дерева. Так, я помню, как-то вот так вот забирался на самую вершину. Так, не получается. Кстати, вот такие вот костюмчики у нас. Вот, костюмчики из игры в кальмары. И кукла поет, кстати, всегда разное количество времени. Ну, все игроки дошли до конца или умерли. Так, вторая игра — это печенька. Печеньку я проходил в зонтик и кругляшок. Ну, в принципе, там все легко. Сейчас я не знаю, что мне дадут. И давайте, если печенье сломается, вы будете уничтожены. Нам пишут. Итак. Все, нам дали зонтик, то есть мы должны вот так вот резать. У нас вроде бы давал изначально 50 секунд, сейчас у нас 30 секунд уже. И давайте поторопимся чуть-чуть. Главное не сломать. Кстати, у меня еще ни разу не ломалось. Даже не знаю, что будет, если сломается. Так, у нас осталось всего 20 секунд, но в принципе мы прошли. Все, готово. Мы вырезали зонтик. Все, мы прошли. В принципе, почти все живы. Давайте походим вот в горку. Тут есть качели. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, все, у нас время вышло. И следующее будет отдых. И почему 3-4 я прошел? Во время отдыха нам выключится свет, затрещит сирена. И мы должны будем, ну, нам дадут биты, и, возможно, кто-то начнет драться. Поэтому нам нужно будет выживать, и я не знаю, к чему это отнести, к заданию или просто так. Ну, просто так. Ну, то есть испытание или это не испытание, я не знаю, к чему отнести. Но сейчас у нас выключится свет вроде бы на 80 секундах, будет сирена реветь. Так, ну вот что-то на английском пишут уже. Вот, вам дадут бейсбольные там штуки. Вот, бейсбольная бита. То есть мы можем бить бейсбольной битой. И лучше всего находиться наверху. Видите, там игроки, короче, сейчас все начнут драться. И, кстати, сирена уже начинает реветь. Так, ну давайте постоим наверху вот здесь. Если за нами погонятся, я разрабатываю тактику, смотрите, если за нами погонятся просто так, то мы можем прыгнуть, а потом просто сделать вот так вот и спрятаться здесь. То есть вот здесь вот мы можем спрятаться спокойно. То есть за нами бегут, мы залезаем наверх, прыгиваем и вот прячемся вот здесь.
Все, то есть нас не видно. Ну, кстати, я не люблю, когда включают свет. И, кстати, там уже вон кто-то кого-то побил, видите? Вон там валяется, вон там кто-то бегает. Ой, ко мне прилетели, так, быстренько бежим. Бежим, главное не убегать на середину. И желательно всегда находиться наверху. Здесь кто-то есть. Так, бежим, 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 бежим. Так, все, все, он убежал, мы тоже убежим, точнее. Так, так, он ушел, у нас осталось 30 секунд. Так, если что, будем его прогонять. Так, давайте залезем наверх. Ну, осталось 17 секунд, 16-15. Кстати, у кого мало хп, тот больше всего дерется. Потому что его бьют, он тоже, наверное, отбивается. Ну, и они так друг друга добивают. Видите, она сбитая бегает, короче. Ну, вон, видите, дерутся оба. Так, главное, не все. Я надеюсь, что все хорошо отдохнули этой ночью. И следующее испытание у нас будет стеклянный пол. Просыпайтесь и будьте готовы к следующей игре. Ну, стеклянный пол, кстати, я ни разу не проходил, я всегда на нем сливался. И, кстати, сейчас больше игроков, чем прошло и разы, когда я играл. Ну, вот так. Прыгаем аккуратненько. Так, главное туда допрыгнуть. Но тут сложновато. Так. Так. Давай, иди. Иди, мы вас только ждем. Вперед. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И давайте, почти дошли до конца. Кто же прыгнет? Нет, там кто-то свалился. Кто же прыгнет? Давай. Кто прыгнет? Нет, нас всего двое осталось. Давай. Нет, я один остался. Бежим, бежим, бежим. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Все. Все игроки дошли до конца. Нам написали. Но никто не до конца даже не дошел. Все проиграли. Ну и давайте заново начнем нашу игру. Так. То есть вот мы на стартовой площадке. Давайте пока поищем место для пряток. Кстати, уже 10 секунд, надо быстрее бежать. Вон туда. Я надеюсь, мы успеем. 5, 4, 3, 2, 1. Да, мы успели попасть в эту игру. И я, кстати, еще ни разу не был этим охранником. И чего, нас не приняли в игру? Рандом. Да, нас не приняли в игру, мы не успели. Давайте поищем места для пряток. Так. Вот. Ну, первое, где можно будет прятаться, это самое начало. Вон. Тут, где принимают персонажей, вот сюда в игру. Либо самый конец, но в самом конце бывает очень много людей. Это не очень удобно, потому что там много людей за тобой охотятся. Я один раз там прятался. Так вот, короче, меня начали догонять. Пару раз ударили. Я тоже там пару раз отбился. Ну и вот. Еще можно вот так вот паркурить. По вот этим вот. И, кстати, я не знаю как, но можно попробовать забраться на те трубы, которые сверху. А еще можно вот так вот паркурить по этажам. То есть бегаем вот так вот. Например, залезаем вот сюда, прыгаем сюда, залезаем, прыгаем, залезаем, дальше вот так, вот так. Ну и по-всякому можно так паркурить, дальше наверх. Так, дальше прыгаем, вот где-нибудь, куда-нибудь сюда-нибудь бежим. И вот так вот прячемся, и в принципе так можно, ну так можно сбежать от погони, если тебя видят, если тебя сейчас ударят. Ну все, давайте опять вернемся в игру. До старта 35 секунд. Все, мы на стартовой площадке. До старта 30 секунд. До старта 25 секунд. До старта 20 секунд. Ну и сейчас будем играть уже. Так, нам нужно попасть сюда. Все, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И все, мы заходим в игру. Все, да.
Все, мы попали в игру. Сейчас у нас будет... тише едешь, дальше будешь. Давайте пойдем туда, к старту. Так, вот тут надпись. Игра в кальмара. У нас есть что-то, что-то непонятное. Так, нам пишут. Добро пожаловать в игру кальмара. Ну, короче, зеленый и красный свет. Так, как всегда, мы играем за игрока. 5% шанса, что вам выпадет охранник. Так, красный свет. То есть у вас 5%, что вы будете вот тем вот человечком. Так, вот кто-то уже первый сливается. Так, уже два человека. Ну, в этот раз как-то больше, ну, меньше выжило, точнее. То есть вон. Так. Кстати, я как-нибудь хотел попробовать, можно в этот... Мне показалось, меня подстрелили. Можно будет попробовать в следующий раз, если не успеем добежать до конца. А, меня уронили. Ну все, сейчас добегаем до конца. А, на меня целится. Ну, мы добежали до конца. Все. Нас не могут подстрелить. И давайте попробуем забраться доверху. В прошлый раз у меня получалось забраться, в этот раз... Ну, вообще, это очень сложно. Ты все время провалишься в тектурке. Тут вообще неправильные формы дерева какое-то непонятное. Так, давайте сначала заберемся на куклу. А через нее заберемся на верхушку. Так, еще 60 секунд. Ну, короче, минуты есть у нас, чтобы тут вот забраться. Так, на голову, потом вот сюда вроде, да? Так. Ну, кто-то вон забрался, я вижу. Опа. Так, сейчас упадем. А! Так, может так вот как-то? Так, все. Закончилось. Все игроки шли, все игроки дошли до конца или умерли. Ну, печеньки. Вырежьте печеньки по контуру. Так, интересно, что нам дадут. Если печенье сломается, вы будете уничтожены. Мне, кстати, ни разу не выпадал ни треугольничек, ни звезда. О, как раз. Давайте попробуем вырезать звезду. Ну, в принципе, у нас там сколько было? Секунд 45, может 50. Ну, это легче, чем зонтик. Ну, мне кажется, в принципе, сейчас это самая легкая фигура, которая у меня была. Правда, я еще треугольник не делал, мне кажется, он еще легче. Так, все. В принципе, почти все выжили. Ну, не понимаю, как можно слиться на таком легком задании. Так, 13 секунд. Так, можем пока подбалываться. Пойдемте вон на ту путилочку. Вот здесь вот побудем. Давайте попробуем наверх забраться. А, ну все, уже 3, 2, 1. И сейчас мы будем выживать. Так, отлично и получилось печенье. Поздравляю, вы зашли очень далеко. Время отдыха. Все, мы можем отдыхать, но рекомендую вам объединиться с другими игроками. Ну, это чтобы затимиться, типа, как Brawl Stars. Спокойной ночи и сладких снов. Ага, сладких снов. Сейчас тут все поубивают друг друга. Видите, как он улыбается. Так, побежали. Будем тренироваться в паркуре. Так, что-то на английском. И говорю, что нам дадут бейсбольные эти, чтобы практиковаться, что ли. Пусть выживет сильнейший. Спасибо, сильнейший это мы. Итак, у меня получилось про паркур в темноте. В принципе, пока никого не вижу. Ну, вон кто-то есть, вон сбитый. Давайте свет. Вот свет. А, мы упали. Так. Тут кто-то сбитый сейчас меня ударил почти. Мне показалось. Пока мы одни. Можем попробовать ударить. Так. Все. Давай. Почти добили. Все. Победили. Вон валяется. Давайте, кто тут еще был? Вот этот. Тут чья-то бита валяется, наверное, его.
Нас ударили. Так, главное не упасть никуда. У нас осталось 40 секунд. Давайте побежим. Вон там вот какой-то человечек есть. Так, главное бежать по тени, чтобы нас никто не заметил. Сейчас выключится свет, и мы паркурим. Так, у нас осталось примерно чуть больше половины хп. Так, пока нас никто не видел, вроде. Идемте сюда. Ну, ударяйся. Попробуем вот так. Все готово. Так, все. У нас будет меньше игроков. Ну, хотя это плохо. О, все. Я надеюсь, что все хорошо отдохнули. Потому что мало кто будет первым прыгать, потому что никто не хочет слиться на таком легком. Просыпайтесь и будете готовы к следующей игре. Следующая игра, мне кажется, самая интересная. Это стеклянный мост. Тут уже кто-то прыгает. Так, прыгай, прыгай, прыгай. Прыгаем. Так, вот это. Чуть не упал. Вот это. Дальше вот это. Вот это. Кстати, видели? Там кто-то обратно успел прыгнуть. Так, вроде бы вот это. Да-да-да-да. Вот это. А, нет! Нет, все! Мы проиграли. Я никогда не доходил дальше. Все. Ну, а с вами был VidSpy. Всем пока. Мы сегодня пытались пройти игру в кальмара в Роблоксе. Всем пока.